Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Доброго времени суток. Снова мы в эфире. Я напомню, что происходит сегодня. Сегодня 6 декабря 2018 года. Где-то в обед сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом задержали крымского адвоката и правозащитника Эмиля Курбетдинова. Инкриминируют ему статью 20.3 «Распространение экстремистских материалов и символики в сети интернет». Сейчас мы находимся возле зала Киевского районного суда города Симферополя, в котором должно проходить судебное заседание в отношении этого адвоката, в отношении Эмиля Курбетдинова. Буквально несколько минут назад в здание зашли адвокаты: Эдем Семидляев, Мамед Мамедов и вот еще один адвокат. И они пытаются зайти в здание для того, чтобы защищать интересы Эмиля Курбетдинова. Судя по всему, заседание еще не началось. Только что выходила сотрудница суда и снимала на камеру присутствующих людей. Количество неравнодушных, приехавших поддержать Эмиля Курбетдинова и с надеждой, что они встретят его после того, как суд оправдает его сегодня, и он выйдет, чтобы встретить его здесь, с радостью увеличивается. Людей все больше и больше встает. Саляму алейкум, Балар. Скажите пару слов. С какой целью пришли сюда? Поддержать юриста, правозащитника. Как бы так. А как по-вашему, что это, вот это задержание Эмиля? Ну, что хотят этим добиться силовики? Не знаю, может, последствия будут в дальнейшем. Сейчас пока что я даже не знаю, что сказать. Салам. Саляму алейкум. Представьтесь, пожалуйста. Просто я. Машалла. С какой целью пришли сюда? Расскажите, пришел, пожалуйста. Пришел поддержать брата мусульманина, Эмиля. Соседа брата мусульманина. Машалла. Вы знакомы с ним лично? Конечно. Может быть, расскажете нам о нем? Хороший о человек. О его качествах. Хороший человек, хороший семьянин, отец хороший, друг хороший. Законопослушный такой человек. Нормальный человек. Ничего плохого о нем сказать не могу, только положительное. Как вы думаете, чего хотят добиться власти такими действиями? Наверное, чтобы замолчали. Удар по юристам, правозащитникам, наверное, скорее всего, чтобы напугать чем-то или еще что-то. И еще скажите, пожалуйста, как мы, вот неравнодушные, активные люди, должны реагировать на такое, на такие события? Не быть безразличными в такой момент. Поддержать. Чок самому. Его охранился. Чок самому. А я напомню, мы находимся возле здания Киевского районного суда города Симферополь на улице Павленко, в котором должно скоро начаться судебное заседание в отношении Эмиля Курбетдинова, которому вменяют статью 20.3 КОАП
распространение экстремистской символики. Адвокаты уже зашли, также зашли правозащитники, журналисты. Журналистов российских телеканалов федеральных и местных впустили сразу же. Остальных людей впускают выборочно, то есть не всех впускают подряд. Что там происходит на данный момент, мы пока не знаем. В дальнейшем будем по поступлению, по развитию событий информировать вас. Следите за эфирами. Спасибо большое.